Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем свои ежедневные награды. Это в первую очередь. Так, заходим сюда, забираем тут награду. Так, сразиться в боях. В магазине мы, кстати, откроем с тобой бесплатно пак. У меня очень мало мутагена, кстати. 4500. А мне нужно будет еще какого-нибудь героя повышать по уровню, как мы помним. Так, ну что, ребята, сегодня у нас воскресенье, завтра уже будет понедельник, поэтому давай-ка мы с тобой, во-первых, нужно в топчик нам запрыгнуть. Лига мастеров, 2 звезды, ранг 43. Блин, ну это никуда не годится. Это вообще никуда не годится. Мы должны с тобой быть, ну, по крайней мере, в Лиге мастеров 3 звезды. Ну, из расчета того, что там плюс-минус сместят. Топчик по любасику надо сегодня брать. Так, а прокачивать мы с тобой будем по-прежнему сплинтера. Так, вот это вот, значит, да, слово сенсея мы прокачиваем до 3-й ступени. Так, нам нужно с тобой найти 4 наушника. Одни нашли. Вторые. Третьи. Слушай, неплохо. Тихо, вот здесь не надо. Четвертый. Слушай, нормуль. Нормуль. Так, и здесь у нас еще 10 ящиков с инструментами. Давай вот здесь, наверное, попробуем искать. 10, да, значит? Раз. Два. Главное, чтобы у меня хватило телепортов. Три. Три. Четыре. Да, господи, ну... Пять. Шесть. Семь. Еще три. Еще три. Восемь. Комикс из канализации. Зачем он мне нужен? И последний. Да. Да. Мы с тобой сейчас прапаем слово сенсея до 3-й ступени. Прекрасно. Так, что нам потом надо будет? Ё-моё, три кошки. Шесть вот этих шапок с напитками. Потом катушки с пленкой. Да, тут придется, ребят, зависнуть, и, видимо, надолго. Так, ну что, мы с тобой идем куда? Ну, во-первых, заберем награды. Поднять уровень персонажа я сейчас не смогу. Что у нас в магазине? Там есть? Так, ну тут все тихо. По жетонам у нас 125. Так, мы берем с тобой Леонардо. У нас еще 65 остается. То есть в следующей серии мы с тобой добираем еще 3 ДНК, и у нас будет 61 ДНК, да, получается. Ну что ж, неплохо. Ну, а теперь можно отправляться, в принципе, на арену. Надо здесь, ребята, брать топовое место. Тут у нас Ян. О, Славка. Давай, наверное, возьмем Славу. Так, Шреддер, ты куда лезешь-то? Без очереди запрыгнул. Деловой такой. А тут 76-й, я вижу, уровень. И 73-й. Рисковать тоже не хочется, ребята. Так что берем с тобой Леонардо вместе с Усаги. А помогать нам будет кто? Слушай, я думаю, здесь без помощи мы справимся. Ой, я опять роковую ошибку сейчас сделаю. Чувствую нутром, ребята, что опять... Что-то пойдет не так. Ну, давай попробуем, я рискну. Если уж свалимся, то свалимся. Но мне кажется, что мы здесь выиграем. Тут главное уложить вот этого Майки-баиньки, и все будет хорошо у нас. Так, Усаги врывается в бой со своей козырной вертушкой. Ну, в принципе, ребят, смотрите, здесь у нас... Тихо. Воу-воу-воу. Лео, не подведи, родной. Все четко. Блин, ты видел, да, что Майки? Я думал, сейчас он будет свой танец делать на усиление вражеской команды. Ну, то есть своей команды. А он, смотри-ка, выпустил сюрикены. Круто, конечно, ничего не могу сказать. Ну что же, мы с тобой тогда двигаемся дальше. Так. Посмотрим, какое место у нас будет здесь. 30-е. То есть, получается, еще где-то 3 боя. Это только чтобы залезть в Лигу мастеров 3 звезды.
А до конца, ребята, как вы видите, 18 часов осталось. До конца недели. Так, ну что, обновим. Дайте мне 17.24. Вот. No name. Тут, видишь, уже 79-й, 78-й. Ну, практически имба. Здесь уже, ребят, без помощи нам не обойтись. Поэтому я возьму, наверное, Джастина сюда. Так, Крис, подожди, пока не надо. Пока ты постоишь в сторонке, а мы вот так вот. Будем надеяться, что вражеская команда меня, как тебе сказать, не переплюнет в плане инициативы. И надеюсь, естественно, что Усаги вместе с Леонардо все сделают правильно. Как они, в принципе, умеют. Давай смотреть. Есть небольшая опасность. Есть. Но я думаю, Лео все исправит. Ну-ка. Так, эти падают. Ну давай, Джастин, иди, добивай. Выпала тебе такая честь добить Донателло. Ну что, я тебе говорил, что здесь все у нас будет хорошо. И так оно произошло. Отлично, друзья мои. Мы двигаемся с вами дальше. А дальше нам, наверное, еще два, ну, максимум бой придется сделать для того, чтобы перейти на следующий ранг. Сейчас посмотрим. 17-я позиция. Скорее всего, да, придется, наверное, два боя еще сделать. Ну, да ничего. 22 отката у нас с тобой есть. Этого более чем достаточно. Причем у нас с тобой почти 1100 монет. Это тоже круто. Ну что, рискнем. Вот против... кто это? Это у нас Ян. Это у нас Ян. Поэтому мы, наверное, с тобой здесь возьмем... Змейка Вьюн, в принципе, для подстраховки, я думаю, не пойдет. Вот Зек, наверное, скорее всего, здесь будет намного лучше. Намного лучше. И возьмем вот этих вот двух. Ну что, как говорится, сожмем кулачки с тобой, да? И будем надеяться, что нам здесь повезет. Хотя команда у нас сильная. Поехали. Рубанет, интересно, Усаги или нет? Рубанул, да еще как. Да еще как. А Зек сможет добить хоть кого-нибудь? Да, он уронил одного. И это круто. А Леонардо остается только лишь добить своей козырной вертушкой. И все. Так как у них там было мало здоровья, у них шансов на выживание не было. А как-то уклониться против этого удара я еще не видел, ребят, таких героев, которые могли бы именно вот на такой прокачке сделать уклонение или чтобы он промахнулся. Так, ну что, не переходим, ребят, не переходим. Значит, продолжаем битву. Так, Эртан. Ну что же, Эртан, давай попробуем с тобой. Берем этих, я возьму Майки здесь, просто чтобы его отыграть. Возьму здесь Сплинтера и кого-нибудь из слабеньких. Эйприл. Но не Кунаичи, а самая обычная Эйприл. Студентка. Почему она здесь студентка, а в оригинальном, да, комиксе она корреспондент? Непонятно. Хотя, кого я обманываю? Все понятно. Мы же мультик с тобой смотрели. Смотрели. Слушай, ну тут большая инициатива у Шредера. Ого. Очень большая инициатива. Так, попробуем. Надо валить. Надо их всех бомбить здесь. Так, ну что, я думаю, Леонардо все-таки справится здесь, да? Тут немножко здоровья у них осталось. И он это делает просто на пятерочку. Никогда Леонардо... Редко-редко он меня подводит, конечно. Очень редко. Но я тебе скажу больше. Меня подводят... другие больше, чем Леонардо. Поэтому Лео такая вот имба. Ну что, а вот мы с тобой и в Лиге Мастеров. В плане. Ребят, ну по закону жанра мы с четвертого места должны были улететь. Извини меня, ну где-то 92 место в Лиге Мастеров 3 звезды. Ну никак не остаться здесь. Это уже что-то, ребят, вообще не то идет. Понимаешь? В последнее время, я смотрю, меня в играх конкретно начинают прессовать. Тут недавно, на днях, со своим
знакомым переписывался, он мне сказал: Рэй, возвращайся в Динабэш, починили заморозку. Захожу в Динабэш, проверяю, да, действительно работает заморозка. Думаю, ну, сейчас делаю свои дела, а вечером сяду и поиграю, попрохожу. Пошел, сделал дела, возвращаюсь, сажусь довольный, начинаю играть, а заморозка опять перестала работать. Вот как ты это объяснишь? Вот как ты это объяснишь? Она работала, спустя пару часов она перестала работать. Я уже на 33 эмуляторах пробовал играть. Нету заморозки, ребят. Нету. А до того, как мне сказал знакомый, она была. Вот как ты мне это объяснишь? Я не знаю, ребят, объяснению не подвергается никакому. Я еще попробую, знаешь, что сделать? На телефоне загрузить игру Динабэш под своим сейвом и проверить там. Ну, мне кажется, какая разница, да, что ты играешь на эмуляторе или ты играешь на телефоне, если у тебя один тот же сейв. Например, вот в Черепашке-ниндзя я играю и на эмуляторе, и на телефоне. Никакой разницы абсолютно нету. Ну, для своего успокоения я все-таки поиграю. Или вот возьми, к примеру, Лесорубов, да? Ну как, ребята, может быть? Ну, блин, всего две позиции пролетел. Ну это что такое? Я был на первом месте, да, там, на единичке. Перепрыгнул всего лишь три ступеньки. Это что за чушь? Это что за... Я в шоке, друзья мои. Это что за такое? Я не знаю, как это даже сказать. Вот в этом тоже лесорубы у нас, да? Животные против лесорубов. Ну, ты видел прекрасно, что там происходит. Как игра начинает меня просто прессовать. Начинает автоматически замедляться и вставать на паузу. И ничего нельзя сделать, понимаешь? Там ни откат, ничего. Просто сбрасывать игру и начинать миссию заново. Что-то, по-моему, эмуляторы восстали против меня. И ладно бы один или второй там. Все, а у меня их 4 штуки. На всех одно и то же. Непонятно. О, очень странно, конечно, тут все это происходит. И меня это начинает злить, напрягать. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой попадем. 99-я позиция была. Давай, игра. Сейчас, представляю, опять две ступеньки перелетим. Будет вообще великолепно. Но 99-я была, остановится. Ну, 88-й, ладно. Тут еще по-божески. Ну, что там происходило, извини, по 2-3 ступеньки перепрыгивать, это бред. Ну что, Джон, давай поделимся. Просто мне жалко откаты. Понимаешь? Они же тоже тратятся. Ну-ка, мне нужно еще вот этих отыграть всех. Если мы хотим с тобой в топ зайти, мне нужно будет, наверное, даже докупать откаты, скорее всего. Ну что, поехали. Так, сегодня у нас по испытаниям вроде бы все гладко. Надо будет попробовать допройти, что у нас не пройдено там. Как-то попытаться. Не знаю, что у нас из этого получится. Так, не понял, Доня, ты че тут стоит? Ну, ребят, всем известно, да, что Донателло пережил две суперские атаки. Первая от Усаги, вторая от Леонардо. И только Крис Брэдфорд его еще добил. Как он это делает, я не понимаю. По атаке он слабый, но по защите он вроде бы нормуль. Причем он на себя еще даже не повесил щиты. Я представляю, если бы он сделал вот эту массовую защиту, фиг бы ты его вообще пробил бы. Так, ну что, опять Джон. Что-то нам на Джона сегодня везет. Так, ладно, Джон так Джон. Возьмем с тобой, наверное, Рокзара здесь. И кого? Раз, два. Ну, по два, конечно, персонажа слабеньких отыгрывать. Мы тут будем с тобой до пенсии играть. А с другой стороны, если ты хочешь идти в топ, вот так вот приходится делать. Да, ребята, я не спорю. Вот в лиге вот это вот получается однотипно все. Ну, ты можешь прекрасно сделать как? Взять ползунок внизу и переключить... перемотать вот эти все бои. Тебя никто не заставляет эти бои смотреть. Просто если я вырежу вот это все, ребят, то видео будет, наверное, состоять из 5 минут.
если честно. Просто 5 минут. Когда мы с тобой пойдем попытаемся что-то сделать и не получится. Вот и все. А так, может быть, какой-нибудь интересный эпизод произойти здесь. Такой тоже вероятно. Так, ладно, берем здесь. Здесь я возьму Рафаэля, потому что Рафаэль, как и Майки, тоже надо их отыгрывать. И берем с тобой вот этих вот. Окей. 50 уровня морозильная кошка. На нее дунь, она и рассыпется. Верно? Верно. А у меня морозильной кошки нету. А, вот она, вот. Вот она. 50 уровня, правильно. Не приметил на этом фоне. Ну-ка. Ага. Опять Донателло, да, начинает выпендриваться. Именно Донателло маг. А ну-ка. Вот и все, да выпендривался. И даже Рафаэля не пришлось ставить в провокацию. Понимаешь, да, о чем я? Я думал, если сейчас что-то не пойдет не так, и останется, например, два противника, у нас будет два варианта. Либо бомбануть, либо встать в провокацию. Не пришлось ничего делать. Так, полтинник, надеюсь. Нет, 54 место. Блин, очень тяжело мы с тобой продвигаемся здесь. Очень тяжело. Так, после черепашек, ребята, у меня будут драконы. Всадники Олуха. Там, говорят, новые испытания добавили. Вы же меня просвещаете своими комментариями. Поэтому я, ребята, все их читаю и сразу же реагирую, так скажем. Слушай, думаешь, карайки здесь будет одной достаточно? Как ты считаешь? Мне кажется, подстава будет. Нет, карайка-то, в принципе, по инициативе она хороша. Но подстава будет заключаться в том, что мы не сможем здесь завалить всех. Вот в чем заключается подстава. Ну, будем надеяться на лучшее. Тут еще и Бакстер Стокман стоит. Кто там у них еще? Леонардо. Так, они практически все получили постепенный урон, кроме Шредера. И Лео, наверное, не уложит его. Смотри-ка. Продавил? Ну что же, я могу сказать только одно. Леонардо красавчик, раз смог смять. Ну что же, тогда двигаемся с тобой дальше и смотрим, куда мы сейчас с тобой попадем, на какую ступень. Что-то немножко подтормаживает игра, по-моему, да? Идет долгая прогрузка. Так, ну что, мы, грубо говоря, берем с тобой по 10 ступенек. Если по 10 ступенек, нам где-то еще с тобой 5 боев нужно сделать. Тут у нас есть Олег. Вот Олега мы и возьмем. Возьмем Олега. Раз, два. Возьмем, наверное, Шредера суперского. И вот так. На самом деле хотелось бы отыграть без супер Шредера. Понимаешь? Мне кажется, его здесь даже и брать не стоило. Ну, посмотрим. У меня получается как. Если я, например, кого-то не возьму для подстраховки, мы почему-то фейлимся. Как только я кого-то беру, мы всегда, получается, идеально проходим. Может быть, алгоритм просчитывается? Ну, вот здесь вот что. Ну, вот у них постепенка. Если бы не было бы постепенного урона, я бы немножко занервничал. А так, тыч, все, добиваем. И Шредер, когда делает свою ульту, да, не забывай, что он на себя вешает понижение меткости. То есть он может промахиваться. То есть это как бы наказание за его массовую атаку. Хотя мы с тобой недавно смотрели, да? Массовая атака, она не такая уж и смертельная. Есть персонажи, причем далеко не высоких уровней, которые переживают спокойненько эти шипы. Так что делаю выводы, что все-таки Усаги, Лео и Армагон — это топ. Супер Шредер отстает, как ни крути. Я не спорю, ребята, он мне нравится как персонаж, да? Но как именно боец и назвать его супер топом не могу. Не могу. Я надеюсь, что Крэнк, когда мы его прокачаем, будет показывать более достойные результаты. Ну, знаешь что, вот если так вот говорить, плохой или хороший, ты не забывай, что у Крэнга, например, нету хила. Он, у него есть баф, но у него нет хила. А у Супер Шредера, пускай и не
как сказать, не сразу, который действует, а постепенный. Отхил все-таки есть. Да. И он, кстати, очень хорошо помогает именно вот в этих командах. А команд у меня таких много, где нельзя взять Майки, нельзя взять Леонардо, а именно Супер Шреддер там выручает. Так что хайть его не стоит, друзья мои. Еще неизвестно, что он будет делать на седьмой ступени прокачки своей ульты. Может быть, он не будет там промахиваться. Да? Или еще что-нибудь выдавать такое, что волосы будут дыбом вставать на голове. Ну что, здесь я рискую, ребята. Я взял среднее звено Шреддера. То есть у меня получается Усаги, Лео. Это топы. Для подстраховки я взял Шреддера. Не самый, тебе скажу, лучший вариант, но будем смотреть. Так, Рафаэль меня немножко напрягает, видение. Ага. Ну, на нем есть постепенный урон, поэтому, ребят, можно не переживать. И Шреддер, я думаю, добьет все-таки, да. Одиночную цель он может добить. А если бы я активировал, например, массовую атаку, да, кланфутовцами, мне кажется, особого урона не было бы такого сильного. Именно того, которого я ожидаю. Он бы прошел бы во всем, ну, такой, вскользь. А мне именно нужно точечный, сильный, конкретный. И делается это только на одного противника. Так, ну что, у нас с тобой 9-я позиция. И я так понимаю, что сейчас будет у нас последний бой. Я на это надеюсь. Давай-ка мы с тобой сделаем все красиво. Прикинь, сейчас бум и сфейлился. Вот это будет обидно. Так, берем с тобой. Опа. Прикинь, как не вовремя закончилось-то у нас. Ну да, пришлось мне потратить. Не без этого, друзья мои, не без этого. Но я тебе говорил, что сегодня будем в топе. Будем. Бакстер Муха, вот зачем вот именно Бакстер Муха? Я надеюсь, на следующей неделе здесь будут достойные персонажи разыгрываться. Вообще хочу Супер Шреддера. Ой, Супер Шреддера, Кренга. Кренга, ребят, конечно же. Так, подожди, а что-то я разошелся. А вдруг тут еще будет боевка одна? А я тут всех трачу. Ну, тут на самом деле вообще круто. Вот эта команда, где есть Армагон, Усаги и Леонардо, это просто топ. Тут никто ничего сделать не сможет. Против трех таких имбовых персонажей, ну, трудно устоять. У которых причем массовые атаки. И, как я понял, с ваших комментариев, все вроде бы хотят, чтобы я прокачал Ваньку в платиновый ранг. Если вы с этим согласны, то ты можешь в комментариях еще раз продублировать. Плюсик — это будет Ванька, минус — это значит не Ванька. Так что, ребята, жду. Еще есть время, еще целая неделька у нас. Но подсчитывать голоса уже нужно заранее. Так, ну. Да, 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 друзья мои, все. Первое место мы с тобой заняли в Лиге Мастеров. И теперь можно расслабиться. Так, ну что, идем с тобой тогда на испытание и смотрим, что у нас тут недоделано. Тут у нас все сделано, да? Отлично. В кланфутах у нас что? Вот здесь мы с тобой не могли пройти. Дай-ка я попробую сделать небольшую гадость. Может быть, для них, может быть, для себя. Я хочу просто попытаться, ребята, пройти этот уровень. Просто пройти. Пускай даже не на 3 звезды, а просто для галочки. Вот хотелось бы посмотреть, получится у меня или нет. Сколько у нас идет откат? 4 хода, да? Тут 3 волны. Не канает, получается, да? Ладно, будем бомбить тогда. Хотел уклонение влепить, но видишь. Вот эти, конечно, паразиты меня раздражают. Слава богу, у нас есть отхил. Какого лешего они обоих заморозили? Донни, ты, главное, держись. Так, Майки. Майки у нас, помнишь, было слабое звено. Поэтому мы с тобой делаем вот так вот. Доп защиту. А дальше пробивать надо все равно, как ни крути, этих самураев механических. Тихо ты. Да промахнитесь вы все. Так, ушатали одного. Вертушку тратить пока тоже, думаю, не стоит. Еще минус один. Вот насчет отхила, думаю. Блин. Хиляться вот будем или рано еще? По-моему, рано. Так, этого тоже ушатали. Давай просто сделаем удар.
Жалко, нет у нас с тобой возможности сделать два удара, да? Бафа Усаги нам не хватает здесь. Так, а если я, например... А давай возьмем с тобой ярость Рафа. Для следующей волны, я думаю, это вообще будет топ. Да отвали ты, а. Погнали. Вырубили. Так, вторая волна, смотрим. Мы как раз с тобой под усиленной атакой. Вот эта команда, ребята, должна как можно быстрее упасть. Именно вот эта команда. Ты спросишь, почему? Потому что, ребята, здесь два провокатора. Здесь Рокзар и Острозуб. Что делаем-то? Провокацию берем, вот что делаем. Ну и надеемся. Так, вот, пошло-поехало, да? Так, хорошо. Массовая атака пошла. Ой, как хорошо она прилетела это им. Так, минус. Минус. И еще, так, мы хиляемся. Мы с тобой хильнемся. Так надо, ребят, так надо, поверьте мне. И добиваем. Фигушки там. Не добили, а вот теперь добили. Переходим с тобой на третью волну. Здесь, здесь. Кого бомбануть-то в первую очередь, даже и не знаю. Муху, муха будет хилять наверняка. Попробуем так сделать. Через апперкот пробьем или нет? Найс. Дальше. Нунчаки. Шреддер хиляет. Этот бронь снимает. Значит, тигра, скорее всего, нам нужно с тобой. О, что это за атаки такие? Так. Спасибо, Рафик. Вот, заморозку, да? Заморозку, ребята. Так. Начинается, да? Секунду, друзья мои. Хильнуться. Я думаю, что мы все-таки должны выжить после атаки Рокстеди. Ну, пробьем. Пробили. Разбегается. Только не повали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ребята, дело пахнет керосином. Сейчас будет супер-шреддер. Шреддер атаковать. Лео. Только Донни, держись. Так, Донни выжил. Донни, ребята, выжил. Все-таки я не буду рисковать, я хильнусь. Я хильнусь, я думал, может быть, атаковать. Но передумал. Так, давай-ка без твоих вот этих огнеметов. Он же сейчас может огнемет свой использовать, ребята. И постепенку повесить. Сделаем защиту, доп. На всякий случай. Валун. Донни, держись. Красавчик, держись, пожалуйста. Сейчас я тебя выручу, парень. Есть. Вот что значит, ребята, тактика. Вот что значит тактика. Ты посмотри прошлую серию, как я здесь загибался и как сейчас сыграл. Ну просто бог, ё-моё. Ой, хорошо, ребята, получилось. Снаряжение клан фуд. И при всем при этом мы с тобой можем еще и фармить здесь. Ну что, поехали фармить. 4, блин, 4 отката. 4 телепорта мы тратим. 30 жетонов. Опять 30 жетонов. Карта это. Ребята, больше не могу. Нет, могу еще один раз. Жетоны. Соточку за 500. А ведь могу, могу же взять 250. Слушай, давай, наверное, перебьемся пока. Да? Лучше взять 200 телепортов за 1000 долларов, да? Чем соточку за 500. Так, у нас с тобой мутагена, ну, по-моему, не хватит нам, да, чтобы прокачать нашего Армагона. Так, давай посмотрим. Там нужно... Ох, ё-моё. 30 тысяч мутагена. 30 тысяч мутагена, ребята. Ну, давай хотя бы кого-нибудь слабенького прокачаем, чтобы не так много мутагена тратить и чтобы нам забрать с тобой все награды. Кто у нас тут готов? Ну, вот, например, Рокстеди классический. Давай его прокачаем.
42 уровень. Тынь-дынь-дынь, танцует он. А растанцевался. Что ты завис-то, парень? Здесь и здесь. Все, ребята, все прекрасно. Интересно знать, кто будет у нас на следующей неделе. Какой персонаж будет разыгрываться. Какие будут испытания. Ну, поиграли мы круто. Здесь, ребят, я специально не пошел, потому что нам и этого с тобой достаточно. Кстати, вот здесь можно было бы тоже попробовать. А давай попробуем. Вдруг вытащим. Ай-яй-яй. Лисичка-то у нас уже все, ребята, прокачано. 3 телепорта осталось. Вся надежда на то, что мы с тобой завтра уже получим доллары, да? Ну, в принципе, мы и получим за конец недели. И купим с тобой телепортов целую кучу. А откатов у нас с тобой 8 штук. Я не думаю, что меня за ночь сбросят обратно в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!